Уважаемый, согласно части 2 статьи 46 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, административная сеть вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела по существу в суде первой инстанции или в суде апелляционной инстанции, отказаться от административного иска полностью или частично. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 113-167 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, административная сеть заявляет об отказе от административного искового заявления. По административно-исковому заявлению зарегистрированного кандидата в депутаты Верховного Совета Республики Хакасия 7-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 24 Клинице Евгении Васильевне о признании, точнее, об отмене регистрации кандидата в депутаты Верховного Совета Республики Хакасия 7-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 24 Старостина Валерия Николаевича полностью, в полном объеме. Впоследствии отказа от административного искового заявления при прекращении производства по административному делу предусмотрено статьей 195 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административному истцу известны и понятны. Все. Будет письменная форма? Нет, это устная. Так, Павел, во-первых, давайте 8 минут. Сама комиссия отказаться не может, потому что либо она должна была озвучить судебное заседание, либо должна направить была письменная заявление соответствующее. Согласен. По доверенности, если полномочия эти есть, то направьте, пожалуйста, в суд. Участники процесса, вы слышали выступление? Да, слышали. Евгений Иванович поясняет, что позиция согласована, однако самой Евгении Васильевны нету, а в доверенности имеется полный частичный отказ от исковых требований, а не от административных. А это разное. Вопрос. Вот, говорит, позиция согласована, готов предоставить новую доверенность с полномочиями на подказы. Я правильно сказал? Да, все верно. А сколько необходимо? Пару часов, пожалуйста. А что, сама не может прийти в Евгению Васильевну? Я сейчас не готов ответить. Возможно, так сказать. А позвониться вы можете? Могу. Не позвоню, пожалуйста. Если тайный разговор, может быть, за... Уважаемый, увы, так сказать, доверитель подъехать не может, но доверенность сделать возможно, но только в понедельник. В понедельник у нас сроки, в принципе, еще есть для принятия решения. Хорошо, данная консультация у нас чуть попозже.